Всем большой привет! Сегодня будем готовить красивые пирожные без выпечки на новогодний стол. Список всех ингредиентов будет, как всегда, в конце ролика, а также в описании под видео. Чтобы не пропускать новые рецепты, лайкните это видео и подпишитесь на канал. Приятного просмотра! В глубокую миску помещаем 150 граммов размягченного сливочного масла. Добавляем туда 200 граммов сгущенного молока. И хорошо взбиваем венчиком до однородного состояния. Затем несколько ложек приготовленного крема перекладываем в пакет и отправляем в холодильник. В оставшийся крем добавляем 2 пачки печенья, пропущенного через мясорубку с мелкой решеткой. Его также можно измельчить блендером или натереть на мелкой терке. Дальше полученную массу делим на 6 примерно равных частей и формируем шарики. Теперь высыпаем в подходящую посуду 100 граммов измельченных жареных грецких орехов и хорошо обваливаем в них каждый шарик. Затем формируем свечи. По центру шарика делаем небольшое углубление. Заодно шарик слегка приминаем для его устойчивости. Оставленным кремом рисуем потеки. И в завершении устанавливаем по центру дольку мандарина. Таким образом формируем все пирожные. Подаем к столу, украсив на свое усмотрение. Очень хорошо подойдут пасхальные кондитерские посыпки. Снежок можно сделать сахарной пудрой. Вот и все. Вкусные и красивые пирожные без выпечки готовы. Приятного чаепития! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.